Пятый день масленичной недели наша телерадиокомпания устроила конкурс блинов. В жаркой блинной битве приняли участие только девушки. И те, кого вы привыкли видеть в кадре, и те, кто обеспечивает деятельность ТРК. О нешуточной битве и вкусных блюдах расскажет Любовь Пермякова. С укропчиком и морожкой на сметане и простокваше, тонкие и аппетитные. В этот день студия телеканала «Север» превратилась в блинную. С утра сотрудники несли из разных уголков города солнечные блюда. А аппетитные запахи почувствовали даже наши соседи на первом этаже – ненецкая компания электросвязи. Несмотря на домашнюю обстановку, в воздухе царило волнение. Впереди нешуточная битва. В этом конкурсе оценивалось все – вкус, оформление и оригинальный рецепт. И вот они, виновницы блинного батла. 7 красавиц-конкурсанток ждут оценок жюри, в состав которого вошли те, кому путь к сердцу лежит через желудок. Они вкушают блин за блином и бросают в урну заветные жетончики с номерами понравившегося блюда. Именно по ним определится победитель. Идет подсчет, и вот определены 2 лидера. Голосуем повторно и снова подводим итоги. Так, Николай, мошенничество. А там двойное дно, наверное. Из-за рукава высыпалось, да. Что, у нас вроде не так много. Так. Так нам нужен третий тур. Зовем на помощь еще одного независимого судью. Вот он, наш монтажер Кирилл Иванов, который вынесет главный вердикт. Господа, без давления на судью. А ты макаешь? Со сметанкой. Со сметанкой, да. Пока так попробуем. И вот оно, решающее слово. Мне больше понравился блинчик под номером 7. Впору бы сказать блин, но сдерживаясь, все-таки победитель наш директор Татьяна Скорнякова. Самое главное то, что я по большому счету очень-очень старалась. Вот. При всем том, что как-то времени было достаточно мало, но и не так часто я дома пеку блины. Ну вот, захотелось мне как-то покреативить в этот раз. А, тогда со своей стороны большое спасибо, что вы оценили мой труд, мои блины. Спасибо, естественно, последнему судье. А нам достался рецепт от победителя. Оказывается, он очень простой. Туда входит молоко, яйцо, вода, подсолнечное масло, стакан муки, сыр и укропчик. Кстати, если у вас тоже есть свой оригинальный рецепт северных блинчиков или рецепта нет, но есть фантазия, придумывайте и делитесь с нами. В нашей группе ВКонтакте телеканала «Север» сейчас проходит конкурс «Северный блин». Какой он? Мы приглашаем к участию жителей Ненецкого округа для того, чтобы они поделились своими, может быть, уже отработанными рецептами северных блинов, блинов, которыми они угощают своих друзей, родственников, чем-то удивляют приезжих. Заходите на наш сайт, выкладывайте фото ваших национальных блинчиков с описанием и рецептом в фотоальбоме «Северный блин», для того, чтобы и у нашего округа был свой собственный рецепт. Лучшего кулинара эксперты определят 14 марта. Победителю достанется всенародный почет и подарок от спонсора. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».